Автобус был с Киева до Львова. Я села на самом заднем сиденье. Смотрю, на нас несется бензовоз. Я увидела кузов, и мы ударяемся прямо это самое. Это водитель по тормозам резко, люди все, короче, упали вперед. Кресла впереди, особенно впереди, вот так сложились. Вот потом какой-то рывок назад получился. И я потом очутилась уже на земле в соляре. В момент столкновения нас всех выкинуло, и там просто снесло стенку автобуса. И получается, все повлетало, все сиденья, окна, ну, все пассажиры. И там все вверх ногами было. И получается, мы, наверное, последние люди, которые оставались, ну, в автобусе осталось, все остальные повылетало. Я увидела, что как гармошка пошла, стекла полетели, и сиденье, переднее сиденье вот так, как попридавливало людей. Вот так. Девочка лежала со мной рядом, потом там мужчины, водитель с рукой бедный бегал, там у него в крови все было. Вот, и кто-то начал кричать, быстрее уходите, сейчас взорвется. Нас оттащили, оно загорелось, загорелся этот бак. Потом еще больше пламя. Потом начали взрывы. Загорелся полностью весь автобус. Я начала кричать, там люди горят. Потом я увидела, как мужчина подбежал женщину вытягивать из-под огня. Он загорелся вместе с ней. Пыталась спасти маму друга. Ну и погано было, она еле балакала. Не могла на ноги встать. Пыталась поднять. И тут резко все всполыхнуло, и мы просто втроем выбили. С тех развалин, не знаю, как сказать, за автобус. Я как раз повернулся, там, где задняя дверь, там прижала женщину и молодую девочку. Вот, видно, у них тоже посекли ноги и все с керосин. Я помню, как когда она искру дала, они просто-напросто. Это очень тяжело. Прошло, может быть, минутки две. Вот как мы могли ползти, потом люди начали подбегать. Вот это нас, по сути, и спасло. Потому что, как начало колыхать, мои ноги были там, где керосина много разлилось. Там мужчины и женщины, они как-то среагировали, оттянули меня, жену. Там еще многих людей. Потом мы дождались скорую помощь. И кто остался, тот остался.